Всем привет! Решил я что-то на рыбалку выйти. Сегодня праздник. На все забил. Полю рыбу. Тренировался. И в забродниках кан взял. Вдруг что-нибудь поймаю. При бомбасике. Сегодня наваха метрожик. Панда. Все, в принципе, как обычно. Речка течет. Тепло, светло, мухи не кусают. Пойду рыбу ловить. Первые забросы. 2 грамма чебурашка, ларва. В цвете масла. Ну, здесь мелко еще. Так, поклевка была, но не стал подсекать. Мне рыб на первом забросе не надо. Пробуем. Так, у него походу был. Сопровождал. Сегодня вообще налегке. Ни сумку не брал, ничего. Две коробки. И кан. И все-таки поклевка была на первом забросе. Все, рыбалка пропала. Нет, кого-то поймал. У нас вот такой окунек был и сплыл, утекал. Угу. Ну не один же он там стоит где-то, да? Может, чего на ушицу поймаю. То лет прошло, я уху ни разу не варил. Безобразие какое-то вообще непонятно. Вот такой окунек. Вот это, наверное, надо. Ты скажешь, ходишь по речке, рыбу не ловишь. Еще блевухи само то. Так, ну что, ларва работает. Вообще-то это была когда-то ларва люкс. Сегодня получится, может, подальше пройти. В прошлый раз у меня уже сумка начала плавать. Еще окунек. Погодка прям на заглядение. Хоть с тинкара иди. Сейчас на подкустики. И оно там окуня кабана стоят. Ага, точно.
Приятный окушарик. Че? Еще разок туда. Такой монтаж. Поставил такого виброхвостика красненького, вроде самый окуневый. Тишина. Не хочет никто клевать. Все-таки предпочитают каких-нибудь пассивных сикарашек. Вот так вот Беркинга. Это поменьше. А окунь сегодня предпочитает что-нибудь такое естественных цветов и сикарашкоподобное. Типа каких-то там личинок. Еще чего-то наподобие. Сейчас проверим по тем же местам, только с этой приманкой. Что у нас выйдет? Вот так. Или вообще окунь слинял. И на активные приманки не хочет брать. Неужели вот под той корягой никого нет? Не поверю. Я не понял, куда окунь-то делся. Все, выход кончился. Что-нибудь поставим. Сейчас еще что-нибудь попробую. Если нет, лару опять поставлю. Танточку такую вот. Вообще супер оранжевую. Я как-то один год. Она только и работала. Но остальное ни на что не хотел клевать. Вот так. Хорошо должно быть видно. Так, сработала оранжевая танта. Еще без точек. Какой-то словил крючок сверху в морде, прижимал что ли, что рыбак. Но ветки-то не всегда клюют. Сейчас опять поставлю ворочку. Что-то как-то мне места такие хорошие. Так, ну, сейчас эти же места пройду опять ворой. Еще есть кое-чего, но пока ладно, посмотрим сейчас. Ага, поклевочка, конек. Что, сегодня только там-то работает, что ли? Туда коряшки-то хорошие, должна там рыбка быть. Вот под бережок жив. Сожевал,
Ну, бодренький окунек. Можно сфоткать. Хорошо на выдосах карман есть. Пули, вода, пыли. Непромокаемый. Смотри, сегодня на одну вару клюет. Еще раз туда попробую. Прям под самый бережок. Все равно по клевке. О. Какие-то странные. Стукнул и бросил. Ага, жир. Ухуха, сегодня будет красота. Так, а ну-ка туда сейчас. Запульнем. Ага. Ух ты. Сошел. Кто-то есть. Против солнца не видать нифига. Ага. Леска провисла. Плетем, кстати, нет. Такой кушарик. Хорошо. Кан со штурками закрывается. У меня кан уже плавает. Не видно, куда кидаю. Вроде в речку попал. Граммик поставить, да дюймовочку. Ну, вообще мелочь. Будет клевать. Так, ну на уху-то наловил, можно поэкспериментировать. Тут глубоко. Попробовать чего-нибудь покрупнее поставить. Так, ну сейчас опять эксперимент, опять другую приманку поставлю. Так. Ради совсем эксперимента. Крючочек у меня тут маленький. Для такой приманочки. Перевяжусь. Здесь глубоко, здесь надо что-то такое посерьезнее. А пока. Айка грабстик.
поставлю вот такую пиявку. Вот здесь я использовал куста щуку на 4 с чем-то вытащил. Вот оттуда бросал. Там видео есть где-то. Где-то в темноте уже не видно нифига. На вертушку. О, еще на дерево повисло. Нет, слетело. Опять что-то нацеплял. Листочек повиснет, подлый. И все. Ух ты! Интересовался. Ага. Кто-то попался. Ну, такой окунёк. Окунишка-кабанишка. Ставил приманочку побольше. И окунишка побольше. Кан его. Говорю же, место хорошее. Клюет, клюет. Круто. Зацепил. Куняк его. Этот. Вот это ничего. Окунёк. Тут еще на жареху хватит. Леска провисла. Я не захотел, нет, стукнул еще раз. Значит, поменьше. Ну, айка грабстик. О, как-то зацепил. О! Сбежал, блин. Что за хорошее было? Что-то хорошее было. Блин, все. Наловился. Перевязываюсь. Повесил на дерево чебурашку.
Первый обрыв за рыбалку. Поставил тоже тут 3 граммика. Крючочек побольше. И также грабстик. Хотел поближе к дереву, к берегу кинуть. Ну, как обычно. Не, ну в дерево-то я попал. О! Поклевка. Клюнул кто-то. Ой, господи. На такую здоровую приманку. Ну так-то, в принципе, нормальный окунюк. Какой сезон грабстик работает? Отличная приманка, по этому времени так каждый год выручает. Говорю, почему-то щуки нету. Одно время ловил здесь уже, не видно ничего. Кинул бульк, ага, в речку попал. Нет булька, значит на дереве. Поменял аккумулятор. Аккумулятора хватает где-то на час, может, меньше час. У меня рыбалка чуть больше часа. Сейчас рака такого поставлю. Мало что оранжевый. Видно его должно быть. Да еще и маленько шебуршиться будет. Поактивнее чуть-чуть. Ну что, в принципе, и без сумки можно рыбачить. Тут надо-то. 5 монтажей с собой, да, штук 10 приманок. Правда, если приманка, только не попадешь. Все равно какую-никакую рыбешку-то поднимешь, поймать. Мне Григорий Безмина тут одно время подкинул как-то на презент этих раков. И как-то я прям так ничего на них ловил. Я помню, прям с почты только получил, домой приехал, переоделся и на речку. И щучка, окунь на этих раков. Где-то видео у меня есть. Здесь же ловил, только с берега. Уже так. Ну, кто там плеснул? Есть! О, нацеплял листик. Так, ладно. Ухожу. Здесь тоже бесполезно кидайтесь. Вот на перекормыш какой-то выпал. Щукан. Так, сегодня рыбки половил. В принципе, нормально, считаю. Ладно, все, крайний заброс. И еду домой. На этом все. Всем пока.